Дорогие друзья, всем здравствуйте! Меня очень часто спрашивают о парогенераторе и говорят, покажите, куда вы его применяете. Надо сказать, что у меня парогенератор применяется в доме везде. Он один из тех, без которых я лично не представляю своей жизни. Почему? Очень просто. Во-первых, я очень большой аллергик. У меня аллергия на моющие средства, на пыль, на некоторые продукты. Моя аллергия еще и проявляется в дерматитах. Для женщины это особенно ужасно. Вот кто из женщин страдает дерматитами, те меня поймут. Поэтому с тех пор, как появились в продаже в нашей стране парогенераторы, они стали постоянными спутниками у меня в доме. Я могу себя назвать экспертом по парогенераторам, хотя и не занимаюсь их продажей, потому что, наверное, всевозможные парогенераторы поперебывали у меня в доме все. В итоге мой выбор пал именно на парогенераторы фирмы Герхер. Почему? Потому что они самые надежные, потому что они самые долговечные, они самые мощные. То есть вот этот список самые-самые-самые можно перечислять. Где я их применяю, честно говоря, вообще везде. Меня просили показать конкретно, как парогенератор моет плиту газовую. Я специально не мыла газовую плиту, она у меня грязная. Мы сегодня с вами сравним парогенератор и паропылесос. Оба фирмы Герхер. Парогенератор, который у меня есть, это парогенератор SC5. Это из последних моделей парогенераторов. Он намного более удобен, чем предыдущие модели и, конечно же, самый мощный. И еще у меня есть паропылесос тоже фирмы Герхер. По мощности с парогенератором они одинаковы. Могут ли они друг друга заменить? Я бы сказала, что нет. Я вам сейчас покажу, как работает и то, и другое, и вы поймете, почему сами. И у парогенератора, и у паропылесоса есть вот такой замечательный носик, на который одеваются вот такие вот различные насадки. Чем эти насадки отличаются? Разной степенью жесткости. Они предназначены для мытья различных поверхностей и разных степеней загрязнения. Если вы собираетесь помыть какие-то металлические предметы, которые не боитесь поцарапать, то для особо сильных загрязнений можно использовать щеточку с металлической насадкой. Давайте начнем с парогенератора. Мы надели насадку, залили воду в два контейнера, что, кстати, отличает последнюю модель от предыдущих. У него два контейнера для воды. Видите, с легкостью удаляется пригоревшая и прилипшая грязь от запекшихся продуктов. При этом никакой химии я не обрабатывала. Это просто пар. Вода и пар. Никакой бытовой химии. Я намеренно начала с решетки, потому что хозяйки знают, что именно решетки тяжелее всего отмыть, решетки и духовки. И как видите, моя решетка прекрасно легко очищается. Естественно, законы физики никто не отменял, и пар превращается в воду. Я хочу вам показать ту же самую насадку. Можно надеть на парапылесос. Чем неповторимо хорош парапылесос именно Герхер? Во-первых, он выполняет функции самого обычного пылесоса с водным фильтром. И в нем есть еще и обработка паром и одновременное втягивание. Нижняя кнопка – это кнопка пара. Вы видите, что пар по мощности абсолютно не уступает. На ручке находится кнопка включения пылесоса с регулируемой мощностью. Включаем. Итак, приступаем к мойке очень грязной плиты.
Если вы хотите сделать более жесткий упор, просто открутите носик. Этот носик хорош, когда нужно пролезть в какие-то труднодоступные места. Обратите внимание, сколько пыли и сколько грязи вылетает из щелей. В эти щели вы никогда не доберетесь, если будете мыть плиту обычным средством. Но если, конечно, вы только не хотите ее полностью раскрутить, разобрать, а потом собрать заново. Для еще более труднодоступных мест и щелей используем щелевые насадки. Они прекрасно выбивают пыль и грязь из различных соединений, например, вашей мебели. А чего только стоят труднодоступные места в соединениях? Вылетает из нее грязи, и это только после 1-2 приготовлений еды на всю семью. А ведь на вид даже не скажешь, что столько у меня там скопилось грязи, надо же. Окончательно натереть плиту до зеркального блеска мне очень нравится салфетками для уборки Smart. Они есть различных назначений. Они убирают самые сильные загрязнения. И когда уже плита сухая, какие-то мелкие вещи, которые остались, легко убираются салфеткой для гриля и духовок Smart. И как видите, салфетка сухая, никакой химии. Как видите, моя плита блестит и сверкает, хотя она далеко не новая. И ее специально хорошенько запачкала для того, чтобы показать вам, как работает парогенератор. Вот таким образом он отмывает абсолютно все. Кафель, стены. Вот у меня в кухне бамбуковые обои, он прекрасно справляется с этой задачей. Можно прекрасно помыть кафель вот такой насадкой с шубкой. Например, бамбуковые обои в моей кухне. Свои стены я протираю, ну, примерно где-то раз в 2 недели, поэтому особо грязные. Они еще пока не стали, но тем не менее вы видите вот этот вот желтый налет. Это пыль, гарь, которая оседает независимо от того, есть ли у вас кухонная вытяжка или нет. Они все равно оседают на ваших стенах, и вы ими дышите. Если вы хотите приобрести технику Керхер, вот эти замечательные салфетки Smart, которые я вам показывала, вы можете приобрести их в интернет-магазине Густос. Ссылочку дам в описании. А по промокоду Лорейн получить скидку. Пишите промокод Лорейн в дополнение в комментариях к вашему заказу, и сотрудники магазина сделают вам скидку, что будет очень приятно, учитывая, что техника действительно не дешевая, но поверьте, оно того стоит. Если уже говорить об экономии, вы только представьте себе, сколько средств ежегодно вы тратите на бытовую химию, уже не говоря о том, какой вред она наносит вашему здоровью.